Уважаемые садоводы, сейчас мы проведем посадку краснокочанной капусты. Краснокочанная капуста хорошо хранится в течение всего зимнего периода. И вот наша краснокочанная капуста сохранилась до конца апреля месяца. Ценна эта капуста тем, что она используется в свежем виде, обладает антирадиационным свойством и богата витаминами. Наш спонсор – White Cheese from Жуковка. Производитель сыров с белой плесенью, бри и камамбер мирового класса. Краснокочанную капусту мы выращиваем в нашей зоне через рассаду. Можно высаживать в нашей зоне, начиная с конца апреля и заканчивая июнем месяцем. Для получения капусты для хранения семена на рассаду высаживают в конце мая и начало июня. Для получения ранней продукции мы можем высаживать в конце апреля, начало мая. Почву мы готовим следующим образом. Перекапываем, вносим хорошо перепревший перегной в дозе 3-5 кг на метр квадратный. Также вносим золу примерно 4-5 столовых ложек на метр квадратный и специальное удобрение для капусты 30-35 грамм на метр квадратный. Наш спонсор – White Cheese from Жуковка. Производитель сыров с белой плесенью, бри и камамбер мирового класса. Рассаду краснокочанной капусты высаживают по схеме с междурядьями где-то 60 сантиметров друг от друга и с расстоянием в ряду 40-50 сантиметров. Так, рассада у нас выращивалась в кассетах, поэтому мы вот на нашей грядке сделали такие луночки. С кассет мы рассаду достаем вместе с комом земли, помещаем лунку и вот так, значит, заделываем, лунку поливаем и заделываем почвой. Желательно, чтобы рассада имела примерно 3-4 настоящих листочка. Это такая рассада готова для посадки. Когда рассада выращивается в кассетах, она высаживается с комом земли, то рассада такая быстрее приживается. Посадку капусты проводят ближе к вечеру, когда нет уже солнца. Тогда будет рассада быстрее приживается. Так, вот так по семидольные листочки опустили почву и почву нашу обжали. Так, так. Наша почва достаточно влажная, поливы больше проводить не нужно. А если почва сухая и стоит жаркая погода, то можно еще раз полить вокруг растения и растения наши вот так замульчировать торфом. Вот мы провели посадку краснокочанной капусты. В дальнейшем мы будем осуществлять за нашей посаженной капустой краснокочанной в открытом грунте. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите новое видео.